Лидеры молодежных и студенческих организаций Крыма встретились, чтобы обсудить предстоящие выборы президента России, первые в истории современной республики. Вся страна принимает участие в строительстве республики, поэтому крымчане не могут остаться в стороне от выборов. Местная молодежь уверена, голосование необходимо поддержать и привлечь к нему как можно больше людей. Чтобы закрепить это мнение на бумаге, студенты и волонтеры подготовили особый меморандум, в котором описали свою позицию. За последние 4 года Республика Крым претерпела немало изменений в экономической и социальной сферах жизни. Строятся новые школы и детские сады, реконструируются больницы, к открытию готовится мост через Керченский пролив и новый терминал международного аэропорта. Эти достижения полуострова, по мнению молодежи, показывают, что присоединение к Российской Федерации оправдано, а поддержка властей важна. А это целесообразно, потому что вся молодежь Крыма объединилась сегодня для того, чтобы показать, что мы едины в своих устремлениях, что молодежь Крыма с активной гражданской позицией.